Не только строительство, но и ремонт порой может занять длительное время. Хотя иногда дело яйца выеденного не стоит, что доказала ситуация с одним из иркутских домов. Там на то, чтобы устранить последствия неосмотрительности рабочих, ушло почти 2 недели. А началось все с этих кадров, появившихся в интернете. Начудил подрядчик, оставшуюся после утепления подъезда пену пустил на экспресс-ремонт трещин. После возмущения жителей материал из отверстий в стенках извлекли и пообещали скрыть все как положено. Кто же знал, что это будет выглядеть именно так? Новый ролик и новая волна народного гнева побудила управляющую компанию прижать подрядчика к стене, которую он, наконец, привел в порядок. Вот они, следы свежего ремонта. Местным жителям остается только радоваться. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Кто знает, может, до ремонта в подъезде дело и не дошло бы. А тут двойная радость. И здание утеплили, и стены в порядок привели.